Итак, всем привет, с вами Нейзи и Эмиральд. И, собственно, мы сегодня будем кое-что делать, проделывать одно дельце. Сегодня будем грабить банк. Точнее, не банк, точнее, магазин ювелирный, короче. Мне за него стыдно. Это неудачный грабитель, потому что он даже не знает, куда мы идем. На какое дело? Мне просто все равно, что, так сказать, грабить. Да тебе, ты хоть шаурмечную ограбь, тебе все равно будет. Не, шаурмечную на самом деле хорошая тема грабить, даже можно неделю халявно питаться. Ты можешь неделю халявно питаться, посмотрев назад. Вон туда вот. И что там? Я не понимаю таких слов. Да вон овца-то, ё-моё! Это фыв-фыв. А, точно. Итак, собственно, мы сейчас идем на дельце, да? Да, собственно, у нас есть большие пушки, но мы их не палим, потому что там полиция. Да, да, да. Такое... Пока что не палим. И, собственно, где банк находится? Банк... Пошли, Эмираль. Ну вот, собственно... Да, ну, смотри. Жизненный игрок. Во-во-во-во-во. Вот этот ювелирный магазин. Да. Собственно, сейчас мы не привлекаем внимания, а вот наша машина отхода. Мы уже все приготовили. То есть мы все отсюда украдем, а потом на этой машинке жик. И вот сюда вот в багажник. А, это не багажник. Ну ладно, не суть. Короче, на плечах своих уничтожим. Смотри, там двигатель. Смотри, какой жесткий. Окей, смотри, давай сначала изучим этот ювелирный магазин. Ювелирный так, что магазин, у нас здесь есть? Так, погоди. У нас сейчас есть... я первый захожу, а потом я. Так, табличка. У нас есть вывеска. Ну, действительно, как же магазин без вывески? Ой, тут надо... Смотри, изучаем сначала. Так, тут стоит охранник. Да, и он не подает признаков жизни. Так, тут какой-то черный мужик, но, видимо, он тоже хочет украсть что-то. Так, ладно. Какой-то бизнесмен, какой-то черный Стив. А тут какой-то старичок. Старик покупает рубин, не знаю. Не знаю, смотри, на... Коп. Вот нам его придется устранить. И придется сразу устранить, Эмиральд, смотри. Тихо! Он же все услышит. Придется устранить вот этого продавца. Потому что у него кнопка. Пошли. Так, а этот школьник выбирает себе украшение. Так. Угу. Ну только он, у него денег нет. Он просто мечтает. Так, зашел смотри. Помечтать. Стимпанк, ладно. Это какой-то модник, по-моему, местный. Господи мой, боже. Ладно, так, этого мы сразу убьем, потому что у него телефон, видишь, он может позвонить в полицию. Да. Так, ладно, пошли. Значит, так, давай изучим... О, эти двери. Ладно, не будем пока открывать их, а то привлечем внимание. Да, действительно. Смотри, во, тут есть сигнализация. Смотри. А, где? Не вижу. А, это пожарная сигнализация, нам ничего не сделает. Это просто сигнализация. Смотри, когда... Смотри, нам нужно первым делом убить вот продавца и копа. Они могут вызвать полицию. Продавец может под прилавком... И вот этого чувачка. Да. Ну, да. Он с телефоном. Ну вот. То есть они вызовут копов, смогут вызвать копов, и тогда нам не поздоровится. Нам нужно сделать все тихо. Или убить двоих и надеяться, что этого деньги на счету кончились. Окей, пошли. До свидания. Окей. Здравствуйте. Ладно. Давай посмотрим. Помнишь, там дверки были? О, смотри, склад. Склад. Так, нет, это не склад, это что? А, да, склад, реально там ящики. Одевай маску. Давай, одеваем маску. Ну что, одел маску? Да, одел. Окей, поползли. Пошли. Тихо. Там охранник. Только тихо. Тс. Давай я его вынесу. Да. Хорошо, давай. Ну быстрей. Все. Так, это какой-то склад этого магазина. Ага, так. Смотри, лежит. Тут какая-то дверь. Стоп, погоди. Эта дверь, теперь понятно, куда она вела. Она что-то не открыла. А, вот это на склад, значит. Так, ясно. Хорошо, сейчас... что мы ее не открыли. Сейчас нужно тихо пройти. Доставаем. Окей, пошли. Достал? Да. Я открываю. Готов? Да. Окей. Твою мать, всем лежать, это ограбление! Давай быстрей! Давай. О, он с телефоном! Все, быстро. Минус один. Пошли дальше, смотрим. Так. Вот с телефоном звонит. Где? Все, убил, охрана! Убил. Так, я охранника завалил. Окей. Продавца убил. Все. Отлично, так, смотри, рубин. Кто не вызвал полицию? Полицейский! Чё? Все. Где он был? Здесь стоял, он тебя смотрел. Так, окей, все. Собираем все быстро. Все это тырим, просто тырим. Быстро. Так. Гражданских не трогай. Давай, бери. Забираешь? Да. Давай, быстро. Так, в инвентарь складывай. Все прекрасно. Так, о, золото. Что надыбал уже? Рубины.
и сапфиры. Алмазы, алмазы, алмазы. Кольца, кольца. Так, 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 кольца. О, украшения. Класс, 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 класс. Так, украшения. Так, все. Так, тут еще алмазы, алмазы обязательно. О, это самое дорогое. Алмазные камни, 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 алмазные. Где камни, где камни? Вот, 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 нашел. Изумруды. Камни. Я собрал, собрал, собрал. Так, вот это забирай, забирай, забирай. Так, вот это собирай, я буду там чистить. Окей, 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 давай, давай. Так. Украшения всякие, давай, давай. Так. Все собирай, все собирай, все собирай. Чищаем. Главное, чтобы ничего не осталось. Камни, камни какие-то нашел. Так. Давай, давай, собирай, собирай, собирай. Блин, а сколько это интересно стоит на переплавку-то, а? Так куча, это стоит, как, не знаю, мы уже, наверное, награбили на миллион, как, да. Не знаю, 15. И, еще плюс у них на складе, но на складе не будем трогать. Так. А на складе, стоп, а ну посмотрим, может посмотрим, все равно у нас есть немножко времени. Не надо, не надо, полиция, окей. Полиция скоро. Окей, хорошо, хорошо. Так, это так. Меня не влезает, вот возьми себе еще. Так, 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 так. Черт, 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 они все-таки, ну, успели. Блять, ты слышишь, полиция едет. Твою мать. Давай, выходи быстрее, быстрее, быстрее. Стой, там черт! Черт мой, закрывай. Валим оттуда, господи. На склад, быстро, валим на склад. Быстрее. На склад. Ой, блин, господи, черт! Минус 4! Черт! Ай, меня попали! Помогай! Ай, господи! Залезь под прилавок! Черт! Убил, убил, убил! Так, Эмиральд, пошли через склад! Твою мать! Пошли! Еще, черт! А, еще, еще, еще! Господи, они зачем? Минус 4! Отстреливай там, я через склад пойду! Пою! Так, я пытаюсь! Фига там их! Минус 2! Минус 2? Господи. Да. Ща помогу тебе. Закрываю двери. Ты где? О, господи, нифига их тут. Черт. Надо быстро сваливать. Черт. На склад, быстро, на склад. Быстрей. На склад, так, на склад. Я завалил в ноги. Так, минус 5. Сюда, сюда, сюда. Закрывай двери. Пошли. Ой. Через склад выйди. Твою. Черт. Пошли, пошли, пошли. Не через склад, а за мной. Не-не-не. Так, слушай, куда эта дверь ведет-то? Не знаю, она закрыта. Сюда, сюда, сюда. Черт, там еще кто-то. Скорей. Завали! Сзади, сзади, сзади еще! Черт! Черт! Где? Лечу. Где? Тут еще сзади приехали! Где? Твою мать! Где сзади? Здесь справа от магазина. Черт! Иду, иду, иду! А, попали! Все, все, черт. Все, все! Заходи, заходи! Все, всех убили! Черт. Пошли! Где ты, где ты? Ты где? Через склад выходи! Быстро, быстро, быстро уезжаем! Я здесь, так. Блин, быстро, быстро, разложу машину! Ой, давай, 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 давай! Давай, залезай! Черт. Меня столько раз попали! Черт, 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 стой, стреляй! Еще один! Черт! Вали отсюда скорее, я отстреливаться буду! Давай! Едем, 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 уходим! Давай! Быстрей! А, проедем тут! Да, нет, должен... не проедем! А, о, проехали! Они смогли! Есть! Все! Уезжаем! Давай, все! Валим отсюда! Валим, валим, валим! Быстро, валим. Быстро, быстро! Черт, 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 черт! Фух, мы свалили! Итак, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Собственно, видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал Эмиральда, ссылка в описании. Да, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии, лайки, как вам понравилось это видео. И всем, собственно говоря, пока. Пока. А мы, собственно, сейчас улетим на этом вертолете. Да.